В Ленинграде родился паренек, который прошел путь, наверное, такой же, как и многие из вас. Закончив школу, пришел сюда, на Первую Красноармейскую, дом 1, и стал студентом военмеха. И никто тогда не мог себе представить, что именно из этого паренька вырастет дважды герой нашей страны, летчик-космонавт, а вы хором ему сейчас скажете фамилию. Это... Отлично. Я больше чем уверен, что многие из вас его видели в стенах нашего замечательного, я бы назвал, Ленинградского механического института, ЛМИ, потому что здесь находятся те, кто вместе с ним учился. Мне кажется, что они достойны аплодисментов. Алексей Леонидович, я говорил о вас. Можно вас пригласить сразу сюда первым? Сокурсник. Георгия Михайловича. Добрый день! С праздником вас! С днем рождения вашего собрата, я бы так сказал. Вместе с нами сегодня здесь присутствует проректор, ректор по учебной работе Вячеслав Александрович Бородавкин. Вячеслав Александрович, можно вас пригласить сюда тоже к нашему микрофону? И, конечно же, один из инициаторов акции, посвященной 85-летию нашего космонавта, нашего выпускника, это Марат Гагуадзе. Вячеслав Александрович, вам слово.